Эту задачу можно также решить и без использования умножения строки на число. Для этого давайте сделаем очевидное наблюдение. В каждой следующей строчке число звездочек на одну больше, чем в предыдущей. Поэтому давайте вместо того, чтобы хранить счетчик числа выведенных звездочек в текущей строке, мы вместо этого будем хранить саму строку, состоящую из звездочек. То есть мы заведем переменную stars, в которую изначально запишем одну звездочку. На каждой итерации цикла мы будем выводить переменную stars и приписывать к ней еще одну звездочку. То есть у нас будет цикл выглядеть примерно следующим образом. У нас будет цикл while, здесь некое условие. Чуть позже подумаем, какое написать здесь условие. А итерация цикла выглядит следующим образом. Print stars, stars плюс равно звездочка. Таким образом, изначально будет выведена одна звездочка, на следующей итерации цикла будет выведено две звездочки, на следующей итерации цикла будет выведено три звездочки и так далее. И так далее что? Когда нам нужно остановиться? Остановиться нам нужно тогда, когда будет выведено n звездочек. Как это проверить в цикле? У нас есть строка. Мы можем узнать число символов в этой строке с помощью функции len. Поэтому условие продолжения цикла у нас будет до тех пор, пока длина строки stars меньше либо равно чем n, где n — это число строк, которые мы хотим вывести. Ну, его нужно, естественно, прочитать в самом начале нашей программы. То есть первым действием мы делаем то же самое, что и в предыдущем случае делали. Читаем строку и преобразуем ее в число. Давайте проверим, что это работает. Вводим число, допустим, 15, и получаем такой замечательный треугольник.